Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, в студии Умар Тикеев, коротко о некоторых темах. Китай и Карачаево-Черкесия будут сотрудничать в сфере автомобилестроения, сельского хозяйства и туризма. Вопросы развития рынка газомоторного топлива в Южном и Северокавказском федеральных округах обсудили на состоявшемся совещании. В эти дни в Черкесске пройдет серия круглых столов для представителей турбизнеса. 15 сильнейших спортсменов представят Карачаево-Черкесию на чемпионате по борьбе на поясах в Грозном. Далее об этих и других темах подробнее. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов и делегация республики с официальным визитом посетили Китайскую Народную Республику, провинцию Гуандун. В состав нашей делегации вошли председатель правительства Мурат Аргунов, спикер парламента Александр Иванов, сенатор Совета Федерации от республики Ахмат Салпагаров и депутат Государственной Думы страны Михаил Старшинов. В рамках визита руководитель региона Рашид Тимрезов в Генеральном консульстве России в Гуанчжоу встретился с генеральным консулом Александром Черноусовым. Глава поблагодарил консула за содействие в организации визита, основная цель которого – расширение взаимодействия республики с китайскими предприятиями в области автомобилестроения, сельского хозяйства, туризма и обсуждение возможных направлений взаимовыгодного сотрудничества республики с китайскими партнерами. Наша делегация на встрече с бизнесом провинции Гуандун презентовала экономический и инвестиционный потенциал региона. По итогам встречи достигнут ряд договоренностей с представителями бизнеса, которые позволят расширить взаимодействие. Договорились с представителями китайского бизнеса, торгово-промышленной палатой провинции Гуандун провести в Карачаево-Черкесии выставку-ярмарку оборудования и технологий в целях укрепления взаимодействия российско-китайского бизнеса. Правительство Карачаево-Черкесии утвердило региональную программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры до 2027 года, которая включает в себя мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства республики, а также на повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее модернизации. Программа позволит повысить качество предоставляемых населению услуг в сфере водоснабжения и теплоснабжения и улучшить условия проживания жителей в 14 населенных пунктах республики, комментирует информацию заместитель министра строительства и ЖКХ республики Зульфира Батчаева. Первоначально мы начинаем программу с замены сетей в селе Дружба и замены водовода. Запланировали, что будет улучшено водоснабжение в Дружбе, в поселке Заречном и в ауле Псыш. Объект двухгодичный, вот который мы предусмотрели на 2023 год. В целом планируем улучшить качество водоснабжения по всей республике, потому что там объекты мы включили по всей республике. Поэт, писатель, переводчик, публицист, литературный критик, редактор и журналист из Карачаево-Черкесии Шахриза Богатырева стала лауреатом всероссийского смотра конкурса «Национальные головные уборы народов России», который проводился Центром культуры народов страны в номинации «Фотография этнографического материала с краткой аннотацией эссе о духовных смыслах и преемственности традиций». Всего в этой номинации выступило более 50 заявок, из них 30 вошли в итоговый список участников. Шахриза представила работу, посвященную карачаевскому женскому головному убору, а именно нарядную шапочку конца 19-го, начала 20 века из тяжелого бордового бархата, вышитую гладью золотыми нитями. Серия круглых столов для представителей турбизнеса пройдет в республике с 25 по 27 апреля. Приглашенный спикер Юлия Логинова, бизнес-тренер в сфере клиентского сервиса и лидерства. В рамках мероприятия будут рассмотрены такие вопросы, как грамотное взаимодействие с клиентом, стандарты сервиса и оказания услуг, конфликты с гостем и пути их решения без ущерба бизнесу и репутации, как руководителю эффективно управлять бизнесом и при этом не выгореть в начале пути и делегирование и формирование собственной команды. 25 многодетных семей Черкесска получили землю в южной части города. С начала исполнения регионального закона власти республиканской столицы раздали 800 участков. Информацию комментирует заместитель мэра Черкесска Заур Тугов.
Для постановки на учет в качестве нуждающихся в получении земельных участков граждане должны соответствовать следующим требованиям. Это дети должны быть рождены не ранее 17 июня 2011 года. Также в собственности у семьи не должно быть 15 квадратных метров на каждого члена семьи. И также от государства человек не должен был получать собственность земельный участок. Поэтапно невозможно проанализировать все земельные участки в разных частях города. Поэтому управлением имущества прорабатываются определенные кварталы. Если в 2012 году по 2019 год прорабатывалась южная часть города и изыскивались там земельные участки, то они там и предоставлялись семьям. А с 2020 года по 2022 год мы прорабатывали как раз-таки восточную часть города полностью, где выявили вот эти свободные 265 земельных участков, также предоставили. В этом году из-за того, что земли в городе не так много, мы уже точечно прорабатывали каждую часть города и выявили 25 земельных участков в южной части города. В Карачаево-Черкесию вернулась международная акция «Сад памяти», главная цель которой – высадить 27 миллионов деревьев в памяти о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. На протяжении нескольких лет в нашей республике высаживаются тысячи молодых деревьев. В прошлом году акция получила новый формат. Саженцы фруктовых деревьев стали бесплатно раздавать нуждающимся семьям. Комментирует информацию советник министра природных ресурсов и экологии Медина Буташева. У нас проходит очередное мероприятие всероссийской патриотической акции «Сад памяти». Конкретно она называется «Сад памяти дома». Суть акции в том, что саженцы плодовых деревьев распределяются по семьям нашей республики. Муниципалитеты распределяют по семьям, и как раз таки сады КЧР предоставили памятку о том, как эти саженцы наиболее удобным способом высадить, чтобы они приспособились, то есть какую обработку необходимо сделать. Эта памятка будет как раз доведена до всех, кто получит саженцы. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 6-километровом участке автодороги Усть-Джугута-Тырызы продолжаются масштабные работы по замене дорожного полотна. Чтобы не создавать серьезных неудобств для автомобилистов, дорожники будут менять старое основание последовательно на отрезках не более 3 километров. Подробности сообщил главный инженер управления Карачаево-Черкесск «Автодор» Маят Хутов. У нас проводится замена основания земляного полотна. Также будет проведено двухслойное асфальтобетонное покрытие средней толщиной до 14 сантиметров. Новые обочины, куветы, знаки, новая разметка термопластиком и обустройство автомобильной дороги барьерным ограждением. Автономная некоммерческая организация «Центр содействия, реабилитации и абилитации детей-инвалидов «Счастливое детство» стал обладателем гранта благотворительного фонда «Вклад в будущее». На средства гранта будет реализован проект «Игра сценарий жизни» – программа коррекционно-развивающих занятий по игротерапии для детей с ментальными нарушениями от 5 до 12 лет. Об этом рассказала игротерапевт проекта Екатерина Борисова. В рамках этого проекта мы реализуем программу по игротерапии для детей с ментальными нарушениями от 5 лет. Хочу немножечко пояснить о том, что собой представляет метод игротерапии. Это один из инструментов арт-терапии, представляет собой игру как средство реабилитации детей с ментальными нарушениями. В чем, собственно, заключается наш проект? Он состоит из нескольких этапов. В частности, вот сейчас тоже один из этапов. Мы информируем жителей Карачаево-Черкесской Республики о том, что сейчас реализуется такой проект, и приглашаем, если есть показания, детей к участию в этом проекте. После того, как мы проинформируем, у нас будет несколько организационных собраний для семей, которые решили, что им подходит участие в нашем проекте. Встречи будут со специалистом, игротерапевтом, с психологом, с руководителем проекта, где мы подробно расскажем, что будет происходить на протяжении какого времени и какие обязательства у родителей. Потому что для нас очень важно, чтобы родитель, который своего ребенка в наш проект привел, был нам партнером. Необъяснимый возврат партии яиц из больницы Карачаево-Черкесия насторожил управление Россельхознадзора. Информацию комментирует государственный инспектор управления Екатерина Тутыхина. Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора вывело оборот потенциально опасной продукции в Карачаево-Черкесской республике и Ставропольском крае благодаря системе «Меркурий».
Установлено, что Уджигутинская центральная районная больница оформила возврат 210 штук куриных яиц. При этом не была указана причина возврата продукции. Данный факт говорит о нарушении обязательных ветеринарных правил, так как подобная продукция могла иметь дефект и не соответствовать иным критериям, которые потенциально несут угрозу здоровью потребителей. Яйца вернули поставщику в город Ставрополь. Тот принял продукцию на баланс, а потом снова направил ее покупателю, но уже в адрес предприятия оптовой торговли. Управлением Россельхознадзора Уджигутинской центральной районной больницы объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства. Жители республики смогут пройти переобучение и выбрать специальность на основе своих предпочтений в рамках программы «Организация профессионального обучения и дополнительного образования безработных граждан, включая обучение в другой местности». В случае, если гражданин затрудняется в выборе профессии, ему помогут специалисты Центра занятости. В рамках услуги гражданину подбирается рекомендуемый перечень профессий для обучения. Подробности сообщила начальник отдела профориентации и профобучения Центра занятости города Черкесска Наталья Пожидаева. Услуга оказывается в том случае, если гражданин утратил способность к выполнению, допустим, работы по имеющейся профессии, или же он желает стать более конкурентоспособным и приобрести новую профессию. Для оказания этой услуги он обращается в службу занятости, и уже непосредственно специалисты нашего отдела профориентации, профобучения знакомят его с перечнем курсовой подготовки. По необходимости проводится с ним работа по профориентации, возможно провести тестирование, определить его профессиональные склонности и выбрать уже непосредственно специальность, по которой желательно гражданину данному пройти обучение. Обучение будет проходить только как бы в том учебном заведении, с которым уже служба занятости заключила договор. Ну, я могу сказать, что в прошлом году у нас прошли обучение 89 человек, из них были женщины, которые находятся в декретном отпуске, 6 человек. У нас прошло обучение пенсионер, который стремился возобновить трудовую деятельность. У нас были 6 человек инвалидов молодого возраста, у нас были 76 человек из числа безработных граждан. С 27 по 30 апреля в Грозном пройдет чемпионат России по борьбе на поясах среди мужчин и женщин, в котором примут участие около 300 борцов из 32 субъектов страны. Сборная Карачаева-Черкесии выступит на состязаниях сильнейшим составом из 15 спортсменов. Спортсмены, которые заняли первые и вторые места, получат право представлять Россию на чемпионате мира по борьбе на поясах, который пройдет в июле текущего года в Казахстане. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 22 градуса. В горах местами до плюс 14. Свыше 2500 метров лавина опасна. В Черкесске без осадков, ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду. Остудок термометра поднимется до 22 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Текеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Приглашаются кандидаты для прохождения военной службы по контракту. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи, достойное и гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 86 52 24 99 51.
Вы слушали «Радио России. Карачаево-Черкесия». До новых встреч!